Детей отдают подпушечное мясо. Они не знают, куда едут. Они просто блукают тут. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. С ним ничего не будет. Еще с ним плохого, ничего не делает. Вставайте, поднимайтесь народом. Перекрывайте трассы, дороги, мосты. Все делайте, чтобы забирали войска, молодых солдатов. Колонны разбитых стоят. Колонны, колонны ваших русских солдат, разбитые в хлам стоят. Забираются, пускай уходят пацаны. Он ни за что попал. Он пришел, он даже не знал, зачем он шел. Сюда, к нам. Они идут по старых картам. И они блукают. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори, говори. Все, Наташа, вам удачи, с Богом, все хорошо. Все хорошо. Прощай. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, он сейчас жив, здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Вы сюда до нас подали? Да, есть, может, вещи, где вы, ну, сейчас я приду, цель вопрос решу. Да, то есть, переобрываю.